привет, ребята! Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Сегодня я вам расскажу, как в Роблоксе бесплатно получить вот такой золотой рюкзак. Получать мы его будем в плейсе «Приключения Академии Голодные игры». Здесь добавили эту лимитку, и нам нужно выполнить кое-какие задания. Здесь появилось зимнее обновление. Поздравляем, вы прошли все 4 четверти Академии. Скоро начнутся зимние каникулы, но сейчас самое время засиять ради будущего самых способных учеников Панема. Поговорите со счастливчиком Фликерманом в комнате трансляции, чтобы получить прекрасную возможность. Если вам это удастся, он может проделать магический трюк и заставить появиться бесплатную ограниченную лимитку. И вот этот золотой рюкзак, который мы сможем получить. Тираж у него 15 тысяч копий. Чтобы выполнить зимний квест, ребята, вы должны пройти все предыдущие 4 главы. Как их проходить, видео есть на моем канале, я оставлю их в закрепленном комментарии. Что ж, отправляемся в комнату трансляций. И вот он, счастливчик Фликерман. Разговариваем с ним. Я не буду полностью читать диалог с ним и переводить его. Просто выбирайте верхнюю строчку и соглашайтесь со всем, что он вам предлагает. Все, отлично, взяли квест, нам нужно найти 4 секретных предмета, которые спрятаны где-то здесь в плейсе. Я покажу, где все они находятся. Скорее всего, у вас они будут находиться в тех же местах, что и у меня, и собирать вы их будете в том же порядке. Поэтому просто запоминайте, где они находятся. Но скажу сразу, все они находятся на улице, в здании их искать не надо. Первый предмет — это вот такой золотой ключ, находится он вот здесь. Подходим и собираем его. Бежим дальше по дорожке, через вот эту огромную арку, прямо на другую сторону этого парка. Вот здесь в лесу находится еще один предмет, который мы собираем, это золотая роза. И бежим дальше по парку, нам нужно идти по дорожке, поворачиваем вот сюда налево и бежим. Я специально бегу по дорожкам, чтобы вам было проще сориентироваться. Бежим в этом направлении, и уже отсюда видно еще одну вещь, которую мы сейчас соберем. Это вот такая золотая игольница. Собираем ее, и прямо перед вами появляется следующий предмет, он подсвечивается красным. Это последний предмет, который нам нужно собрать, золотая книга. Собираем ее, и теперь появляется стрелочка, и мы бежим обратно к счастливчику Фликерману. В комнату для трансляций. Окей, теперь мы с ним разговариваем. Он говорит, что молодцы, что собрали все предметы, и теперь нам нужно посмотреть трейлер. Просто ждем, пока он закончится, нам появляется надпись, что мы молодцы, что мы выполнили все задания и можем в инвентаре забрать нашу лимитку. Но она почему-то не забирается, возможно, еще не пришло время, и ее можно будет забрать чуть позже. Счастливчик Фликерман говорил что-то про 6 часов вечера, про ужин. Скорее всего, эту лимитку можно будет забрать. Возможно, эту лимитку мы сможем забрать 20 декабря вечером, в 5, в 6 или в 7 часов. Я оставлю отдельное сообщение у себя в сообществе на YouTube, чтобы вы успели забрать эту лимиточку. Но прямо сейчас заходите в игру, выполняйте все задания, чтобы у вас уже было все выполнено, и вы просто зашли и забрали себе эту лимитку в инвентарь. А чтобы не пропустить сообщение, просто подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы вам пришло сообщение с моего канала. На этом все. Всем удачи в получении лимиток и пока-пока!